Компания Барто. Первая любовь. Каждый может догадаться, Антонина влюблена. Ну и что ж, ей скоро 20, а на улице весна. Только звякнет телефон, Тоня шепчет, это он. Стала ласковой и кроткой, ходит легкой походкой, по утрам поет, как птица. Вдруг и младшая сестрица просыпается чуть свет, говорит, пора влюбиться, мне почти 13 лет. И Наташа на уроке оглядела всех ребят. Юрка слишком толстощекий, Петька ростом маловат. Вот Алёша славный малый, я влюблюсь в него, пожалуй. Повторяет класс по карте, где Ертыш, где Енисей. А влюблённый по парте нежно шепчет, Алексей. Алик смотрит огорченно, что ей нужно от меня. Ведь известно, что девчонок он боится как огня. Он понять ее не в силах, то на глаза скосила, то резинку попросила, то она вздыхает тяжко, то зачем-то промокашку подает ему, любя. Алик вышел из себя, поступил с ней жестоко, отлупил после урока. Так вот с первого свидания начинаются страдания.